Всем привет, Карина. Сегодня мы поиграем любимую игру, мою любимую игру, Secret Neighbor. В новом обновлении, это второе видео в новом обновлении. И сегодня мы поиграем за моего любимчика детектива. Сегодня журналист никого не будет, только таксидермист, понятно? Все, больше я ничего не буду говорить. Как ты запускаешься, игра, я тут не понял. Ага, вот. Я не помню, показывали у меня. Во-первых, у меня 18 билетиков, 9200 монет. Вот, тут, пожалуй, мой детектив 54 с короной. Когда я снимал, у меня было сколько, я даже не знаю сколько. Вот так у меня изменилось. Таксидермист полностью желтый. Так лучше, так или так, так или так. Так лучше. Говорите быстро. Как лучше? Так или так? Втык. Ну, в принципе, Хэллоуин уже закончился, буду обычно ходить. Я был недавно соседом, поэтому соседа будет долго ждать. Это у меня 33-й, я за него почти не играю. Я только за детектива играл. Боже, я просто из-за кого больше играл, кроме как детектива. Я просто хочу получить на него корону. От игроков мало, ну давай быстрее. Ай. Господи, у них уровень 0, 3, 4, 54. Кстати, на каком я месте? 70-е. Опа. О, вижу скину. Кто за скину платит? Ой, ну 36-й. Плохо. Сейчас это 3-й, 0-й, 54-й, 4-й, 0-й, 36-й. Главное, чтобы не был какой-нибудь. Главное, чтобы был этот, какой-то журналист. А, кстати, вы знали, что, оказывается, журналист, он выше, чем даже сам таксидермист. Пупс. Упс. Вот у меня один вопрос. Это было бы? Конечно, оно тут есть, вот эта вот дыра, я которой даже вообще не имел понятия. Если бы не Мальта А. Я покажу, кто это. У меня есть. Это мой друг. Мальта. Не, ну конечно, ты-то что тут стоишь? А вот этот изобретатель, походу, не разбирается. Жаль. Он разбирается, все ключи у меня берет. Раз, плюс. Так я уже мастер детектива, я уже умею все ключи найти. Опа! Ага. Ну, я думаю, они не только будут крутые. Но еще половина все равно стоит. Да. Да. Ох, бежал куда-то, так странно. А ну стой, что боишься меня, да? Четвертый, какой там уровень? Четвертый против... Давай, давай, беги. О, все, это не сдавайся. Ага, это я понял, где находится. Мать с другой стороны.
Сталином. Прикольное видео. Я то просто же на ракете улетел. Полетел на ракете, улетел. А где я тогда, скажите? Где-то вон там вот. Ну, конечно же, тут. Где? Вот. Хорошо, все. Надо теперь искать ключ-карту. Смотрите, как ты научился ключ-карту искать. Берешь вот так вот. Ага, понимаешь, где ключ-карта, и все. Конец все. Страшно. Клубом же. Хотя блином потом. Чего ты не открываешь его? Опа. А нет, не то, это что-то детектив какой-то. Вот он. Ай, смог. Хватит. Чего меня бить? Ты даже не знаешь, что делаешь. Не, ну а как же. Без этого никак. Опа. Видим, давай. Видим, вот там вот у нас сосед. Все легко, да таки все может. Это же лучший персонаж. Кстати, видите, какой у меня спортивный скин? Кстати, вам там может быть будет скин на соседа спортивного. Но если он будет, то я его покупаю. Если будет стоить 419, я его куплю. Видите, у меня бесконечная жизнь. Знаете почему? Если, например, у тебя уровень 1000 будет, ты получишь 1000 билетиков. Потому что у меня уровень сейчас 60 будет. И все. Я получу 60 билетиков. Чем больше уровень, тем больше у тебя будет билетиков. Вот так, тем больше у тебя будет больше мастеров и больше игроков, которые тебя будут побеждать. Спортивный костюм на... Мне нравится, его за 2500. Кстати, а сосед же может 100. Я его куплю. Сосед же, вот такой вот он стоит, знаете сколько? Он же стоит, получается, наверное, 5000. Ну, потому что если это за деньги игровые, получается, он будет стоить 5000. А может и больше. Все. Я его покупаю, он буду на него играть. Потому что, может быть, у Мэтаба есть какой-то, не знаю, специальный... Из-за того, что он, у него самый большой уровень, у него специально какой-то дополнительные награды, наверное. Ну вот он получил себе... Опа, какая удача! Я беру помидорки с собой. Рюкзачик нормальный, у нас детектив только нормальный. Погоди, ну это же не... Да это же не он, вы чё? Ну я же видел, это не он. Сейчас такой сосед выходит такой. Ну это же не он, то я. Вот смешно, погоди, лом сразу надо брать с собой. Где его, чё тут нету? А вот есть. Это самая быстрая игра получится. Погоди, я же в прошлой... Нет, погоди, я в прошлой игре хотя бы побеждал или нет? Нет. Так, монеточка берем. О, ключик! Где ты? Повезет, найдем. А, нет, не повезет. Я не понял, где еще ключи? Понятно, ладно, успеем заскочить. Ключи, которые мы находим с помощью улик. Знаете, что они? Ну, конечно, опа, шоколадка, это нужно. Это нужно. Это получает X2 награду. Ты получаешь чуть-чуть больше этих.
20, 20. Давай быстрее. Опа! Пушка это. Вот пушка мне достаточно, это все. Где-то давай, успею, 24 секунды, я не успею. А, давай быстрее. 15, 18, 17, 16. Я не успею. Не, я не успею за 10 секунд бежать туда. Давай быстрее, быстрее. Давай быстрее. Может, хотя бы кого-нибудь пристрелить успею. Зачем я побежал туда? Не успел. Почему? Я не получу стоять. Да, не получу. Почему? За что я не получу ее? Все, видите, я не получила ничего почти, что 4500. Вот включила один паулик. Ура, 55-й! Собираем заплату. 45 монеток дали. На 9 ничего. 55-й уровень. Надо 1000, да вот еще 1800 надо. Ай, я успела мотоз. Вот бы на соседа был 55-й. Кстати, как выглядит корона на этого? На журналиста и таксидермиста. Пожалуйста, я хочу... Не надо этот бар! О, фу, нормально. Ха-ха, кто-то видел. Блин, я способность тратил. Можно карточку достать. Склад, склад, склад. Хай! Попаду? Попал. Ой, я видел, тут карточка была. Вроде бы. А, да, была. Буду прав. Бежим. Сосед был. Ага. Плюс одна победа. Плюс одна победа. Сосед покинул игру. Ну да, конечно, я не буду так смеяться, потому что я понимаю эту боль. Ну, потому что у меня тоже, у меня только один раз получилось, то, что я начал... Вы видели? Вы это видели? Я подкину и с помощью помидора это выкину. Ну это же вообще. Оп. А тут сразу ворона помогает. Так и тут по-моему, да? А да, тут есть. А все, больше нету ничего значит. Где-то карточка. 3, 2, 1. Оп! А, ну да, тут нет, значит. Теперь тут еще. Тоже ничего нету. Полезная функция, конечно, очень.
и она... Где, как они там? А что? Где, как? Закрыли вы, что ли? Нет, еще правильно. Как ворона-то пропала? Сколько их? А это храбрая была. Это просто ошибка в приложении, тебя просто это выкидывает из игры и все. Какие тут ключи остались? Синяя карта, какие-то такие. Ну ты перестань за мной ходить. Ну, ты куда же? Помню, он был где-то вот. Ага, вот он. Вот именно я человек, который любит, да, это сильно. Ау! Вот не кажется, что сейчас... 4 монеты? А зачем ты 4 монеты? Зачем ты купил? Ну давай шоколадку купим. А это не мои деньги. Это ее деньги. О, шоколадочка. Чего? Если меня брал, значит не пущу. Тут теперь лимит времени. Если за 10 минут успею победить, это будет хорошо. Мне утверждали, что вот тут ключ находится где-то. Давай. Правильно, утверждение сработало. Кстати, вы уже привыкли играть в Secret Neighbor с этой вот новой... Как сказать? Обновлением новым. Вы уже привыкли? Можете найти это место? Лайк поставил, если угадал, где это. Если угадал, то подписка. Все, наверное, отгадают, поэтому поставим лайк. Короче, тут это не ее везение. Два раза в капкан попасться, это и меня. Не надо! Почему ты такой злой, скаут? Увлекаешься скаута все время с ней. А вот и итоги, вот где это место находится. Ага, значит, крас нам не нужен. Его мы выкинем. Вот сюда. Ну конечно, ты ж... Где дальше? Где, ну значит, ну как не взять? Блин, ну тут не получится иначе. Тут вроде вам покажут. Ладно. Ого, везение. И пушка с собой, опа. Это повод какой-нибудь пристрелить. Ты, девочка, где? Давай поставь, подойди. Я тебя подстрелю. Да что, я тебе куда? Вот туда. Опа. Где опять? Вот, понятно. Оранжевая, давай. Господи, надеюсь, опять не потеряю. Я однажды потерял, и вот и проиграл. По-моему. А, не проиграл, по-моему, тогда. А он опять пропадет, я знаю. Я знаю, игру ты куда-то бросила, но... О, а тут не пропала, если хотя бы...
запасное. Сюда положим. Ну, как раз. А вот почему не красный? Давали. Это можно и пушку собой взять. Тут же шоколадок немного. Если не хватит, можно побежать. Да! Так и знал, что пробежать полностью, в капкан получится попасть. Ну, сосед, где ты? Больше ключиков уже нет, по-моему. Она такая, ты что, я ж хочу там что-то купить. А я такой, нет, я потрачу деньги. Погоди, она не видела. А для кого, когда пушку готовят? Я знаю, что себя можно убить с помощью пушки. Вот так вот. По-моему, вот так вот это надо. Не, не получилось. Победа. Единственный я, который... Ура! И еще плюс 300 опыта, 500, 600. Сто восемьдесят долго. Ого, 763. А это неплохо, кстати, половина причем получилось. Смотрите, во, осталось-то уже ровно половина. Может так лучше? Не, надо корону. Надо сделать вид, что я крутой короной. Тут, как обычно, ничего интересного. Кстати, вот тут же, ай. Хэллоуинская то же самое. Адрес-журналист нет, мясник нет, клоун есть. Вот. Вот этих всех персонажей нет скинов. Ну как бы таких. Будем надеяться, что я буду в такси довести. Пожалуйста, только на карте, которая два дома, короче. Missing or wanted? Разыскивается это... Пропал или разыскивается? Да, ведь, по-моему, да, wanted. Кстати, вот таксидермист зовут Ото Канандра. Также известен как мистер Ото. Я же вам говорил, вот это же идеально просто. Пожалуйста, только не вылети, я убью тебя, игра. Да куда ты не пойдешь? Какой красавец вон внизу, влево. Ай, ну ладно, что, ничего не поделать. Раз уж. Кидаем, выходим. Подождем. Мы просто подождем еще 3 секунды. Это же можно спрятаться легко. Убивать детей, которые уже потеряли сознание. То есть, таких.
Ой-ой. Не успеешь встать. Ой-ой. Это все люди, по-моему, и все. Да, будто бы я тебя не вижу. А мне не все равно. Фу, я забоялся, что все. Опа, сколько монеток. Сколько монеток, это же вообще. Думает, ой-ой, что-то как-то я не вышел. Погодите, мне кажется, я вот тут. Куда? Что ты делаешь? Что ты делаешь? На себе. Куда? А, сюда? Ну ладно. А теперь так. Ять, куда побежал? Куда побежал? Куда побежал? Get out of my house. Да, дадим ему еще шансы, зато я покажу кое-что смешное. Давай, беги, беги, у тебя время есть. Сейчас надо силы стратить. Вот чуть-чуть. Слушайте. Блин, я слышу. Ладно, давай напоследок тебя станцуем. Давай, беги, беги, еще только способность. Вообще крутая способность. Ладно, еще ловушки можно было останавливать. Ой, куда я телепортируюсь, да уже? Ладно, спрыгнем. Смотрим, где эта малютка у нас. А, не дотягивает. Даже беги. Я не буду щадить, понял? То есть буду щадить. Пока не покажу, какой прикольный. А что там? Как призрак. А я специально делал на дальность способность, видите, как далеко мог. И я специально куда побежал. Посмотрим, куда побежал вдруг. Ай, тут нет ручка, ты, блин. Ладно, пора напугать нашего друга. Давайте так. Да так.
на плечах. Хе-хе-хе-хе. Бежим. Это вообще выключить надо. Экономное электричество называется. О, господи, о, все, все. Все, я тебе перестал шевелить. Теперь найду, убью. Конец будет. Такой нагло открывать еще вздумай, я ж тебе и так шибью. Ха-ха, все, теперь ты не убежишь. Еще раз, мама, давай. Ну, повтори. На тебе. Думаешь, убежишь от меня? Пора. Ах, ладно, пора. Да давай посмеяемся и все, пойдем. Стой ты. А, кстати, ну что, не убей, ты его убивай. Лови. Ах ты еще и дверь за мной. Давай, теперь можно надо. Смотрите, какой красавец. Все, победа. Ура, вы победили за такси, The Roomy Heist. Видео нахрен конец. Лайки, подписка. Погоди, сейчас надо сделать кое-что. Ага. И всем пока-пока.